Из Казани в Нарьян-Мар прибыл новый вертолет санитарной авиации. Винтокрылую машину нарьян-марский авиаотряд приобрел на условиях льготного лизинга. Сумма сделки составила порядка 629,5 миллионов рублей. Срок лизинга – 10 лет. Добавлю, что это уже второй вертолет, который пополняет парк авиаотряда в текущем году. В аэропорту Нарьян-Мара новый вертолет встречала наша съемочная группа. Сквозь снег и ветер в небе над аэропортом появляется новенький Ми-8 МТВ-1 – второй вертолет для санавиации Ненецкого округа. Он был построен на авиационном заводе в Казани. В отличие от своего предшественника, эта винтокрылая машина оснащена внешними топливными баками, что позволяет сэкономить место в салоне. Ну, эти баки позволяют как раз установить модуль для выполнения заданий, потому что та машина, которая пришла у нас до этого, новая по санзаданиям, к сожалению, завод-изготовитель, Улан-Удэнский завод, не выполнил нашу задачу, не поставил эти внешние баки. Эта машина уже оборудована внешними топливными баками, то есть максимальная дальность, которую можно обеспечить. По словам Валерия Стопчука, два бака по 900 литров каждый позволят увеличить дальность полета на 2,5 часа. Этого хватит на 500 километров. В условиях крайнего севера такой запас топлива может сыграть решающую роль. Первое испытание санитарный вертолет уже прошел, преодолев расстояние от Казани до Нарьян-Мара, который занял свыше 6 часов. Покупка новых машин дает людям даже не надежду, дает уверенность людям в завтрашнем дне. Это очень важно для отряда и очень важно, я думаю, для округа. Потому что жители будут летать на новых вертолетах, и санитарные задания будут выполняться на новых вертолетах. Всем понятно, что новая вещь, она, как правило, и надежнее, и лучше. И вот оборудован дополнительными баками внешними, это, конечно, увеличивает его расстояние. Экипажу значительно проще принимать решения на вылет, потому что не нужно искать места для заправок и прочее. Благодаря санитарной авиации сотни жителей Ненецкого округа имеют возможность вовремя получить экстренную медицинскую помощь. Это особенно важно жителям отдаленных поселений. Мой муж в 2015 году разбился на снегоходе. Спасибо Ольге Павловне, нашему фельдшеру, оказали первую помощь очень такую значительную. И очень быстро, вовремя прилетел вертолет с санзаданием, его вывезли, он остался у меня жив. Благодаря вот всему тому, что было произведено, сначала здесь, а потом вертолет прилетел, ему оказали необходимую помощь вовремя. Я очень благодарна. Моему мужу было очень плохо, у него инфаркт головного мозга, и оказали вовремя помощь. Благодаря Санрейсу он остался и жив, и не инвалидом. И, в общем-то, для нас очень важно, чтобы Санрейс у нас был. Согласно данным медицинской статистики, ежегодно санавиация Ненецкого округа совершает порядка 250 вылетов. При этом эвакуируется более 500 человек, которым требуется экстренная медицинская помощь. В прошлом году санитарная авиация выполнила 288 экстренных полета. Врачи оказали помощь 570 гражданам, из которых 45 дети. В этом году борт санитарной авиации вылетал 222 раза. Я 4 года здесь работаю и молюсь на санавиацию, потому что действительно это всегда очень тяжело. Я всегда чувствую, что 400 километров с лишним у меня за плечами. И поэтому санзадание для меня все. Больные разные. Больные есть тяжелые. На услуги оказания экстренной медицинской помощи жителям региона, проживающим в труднодоступных районах, округ получил субсидию в 54,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Еще 12,5 миллионов рублей на эти цели предусмотрены в бюджете НАУ на 2017 год. В первый рейс новый вертолет может отправиться уже через 2 недели после получения необходимой лицензии и допуска на пассажирские перевозки. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».